Привет всем. Боже, какое зеркало. Ой, грязное. Подожди, Чимчо. Всем привет. У нас сегодня с вами экстремальный блог. Влог, как хотите. Потому что мы идем с кем? С этим чудищем маленьким. Взяла пару курток, хочу отнести в химчистку. Ой, все, понеслась душа в рай. Гого, привет! Гого! Гого, Гамар Джоба, ты что, снова беременна? А? Ты что, обратно пузатая такая? Мадам, сколько можно рожать? А? Хозяйка твоя с ума сойдет. Давай, Гого, пока. Не, ну, ребят, с этим чудовищем ходить вообще невозможно. А? Он упирается, как бычок маленький. Невозможно. Просто все деревья, все он должен описать. Да, это еще тот экстрим, ходить с ним снимать. Привет всем. Слушай, Колобок, мы долго будем к каждому столбу подходить? Все, ребят, я избавилась наконец-то от шмоток, отнесла их в химчистку. Теперь я более-менее свободна. Ну, руки, я имею в виду, свободны. Идем дальше гулять. Мимо какой гостиницы я прохожу, ребята. Homeland называется. Смотри, какое интересное место. Симпатичное. Здравствуйте! Ратум! Вот так она выглядит со стороны, посмотрите. Это домашняя гостиница. Интересная. А адрес, ну, вдруг кому-то интересно, посмотреть будет. Пожалуйста. Закария Палиашвили, 13. Вот такие будки стоят практически по всему городу. Хотелось бы, чтобы у каждой собачки был свой домик. Чтобы можно было спрятаться от дождя. И люди, проходящие мимо этих будочек, могли оставлять еду, чтобы голодными не были. А мы еще мало пописали. Раз 200. Всего лишь. О-на-на-на-на. Куда идем мы с пяточком? Чмича, будешь пятачком? В моем видео будешь пятачком, слышь? Ребята, вы вообще обратили внимание на то, что весна как-то плавно переместилась к лету? Чтобы в конце марта, уже завтра уже апрель, было так холодно на улице. Это ужас какой-то. Осень переместилась к зиме, и так вот, все как-то очень все странно. Так неправильно. Чмища, там собаки, иди сюда. Мне нужна кенгурушка. Вот так его впереди посадить, и с ним можно ходить снимать. Потому что ходить с ним, каждому столбу подходить, я так, во-первых, не доберусь ни до одного места, куда мне нужно. Я буду идти, наверное, то, чтобы прошла буквально за 15 минут, часа полтора с ним. Секунд, малой, а? Ну, писюха ты, малой. А, ты счастливый? Ну, скажи ты мне, ты счастливый? Скажи всем здравствуйте. Ой, боже, чуть не навернулась. Все такие, браво, ура! Сейчас у меня должно было быть два пальца во рту. Но с этим чудищем я этого сделать не могу. Кто там? Глупая затея с малышом куда-то пойти и снимать. Ну ладно. Здесь что-то открылось. Ресторан, наверное. Кстати, место такое неудачное. Постоянно здесь меняются эти рестораны. Туда-сюда, туда-сюда. Одни уходят, другие приходят.
а здесь секонд. Вообще на этой улице, на Цхакая, очень много секонд-хендов. Даже игрушки там какие-то есть. О! Помните такие плащи? Мы с вами проходим мимо детского сада. И здесь вот мужчина продает сладкую вату. Кстати, хорошее место. Детки всегда хотят сладкую вату. Что-то кажется мне, что мы можем попасть под дождь. Какие-то тучи многообещающие. Девчонки, вы недавно спрашивали, когда мы примерку делали в магазине, на какой улице находится этот магазин? Гаргысали 50. Это не реклама. Это так. Ответ на вопрос. Идем. Нет. Господи, ну когда ж ты написаешься, а? Я в детстве тоже так любила ходить. В припрыжку. Трин-трин-трин-трин-трин-трин. Класс. Каждый из вас, ну, как и я, наверное, хотел бы вернуться в детство. Всегда думаешь, боже, сколько бы ошибок не совершил по жизни, сколько бы не сделал всего, если бы можно было вернуться. Но уже с этим умом, который сейчас. Пойдем быстрее, зеленый, бегом, бегом. Беги, беги, быстрее, быстрее, топай, топай, топай. Да не тяни меня, ну. Ну, посмотрите, что он творит. Идем, говорю. Короче, пол блога будет влога. Будет о том, как малыш писает. А вот на Цхакае есть еще одна дона. У нас на Тельмана там возле меня есть и на Цхакае. Но она поменьше. Так что, ребята, кто не знает, в Батуми две доны. Смешно, знаете, зачем наблюдать? Когда идешь с малышами нашими, со шпицами, они же такие смешные. Реакции мужчин на них. Только что было так. Я так смеялась от этого смеха. Чмича, ты вызываешь радость у людей. Просто вопрос, сколько можно метить? Объясни мне, откуда у тебя там столько всего берется? Еще один стол. Мы с вами возле пьяцы. Давно вы пьяцу не видели. Да, правда, давненько не показывали. Слушайте, я очень извиняюсь, если я иду и трусится все. Ну, поверьте, если бы у меня вторая рука была свободна, может быть, я как-то еще пыталась это самостоятельно стабилизировать. Но сейчас я этого сделать не могу с малышом. Пьяца вообще пустая. Никого нет. Фух. Поменяла руку, малыша взяла в другую. Не пропускают, гады, не пропускают. Кругом тайский массаж. Вы задавали вопрос, где машина Гугиты? Поясняю. О! Почему? Как дела? Спасибо. Разыгрывали 20 машин. Гугита выиграл в самом начале. Поэтому ему дольше всех пришлось бы ждать. Когда последнюю машину разыграют, потом уже начнут развозить по всем городам из Тбилиси. Потому что, возможно, из Батуми не один человек выиграет. И развозить каждому машину отдельно, это, ну, сами понимаете, никто на это тратиться не хочет. Поэтому дождемся. В апреле уже, думаю, что мы с вами отметим. Консульство Украины находится на улице Саятнова, 4. Так что, ребята, будете знать. Вот как раз возле хачапури. Гии, от Гии, где мы с вами снимали, как готовится аджарский хачапури. Кстати, кто не видел это видео, я ссылочку прикреплю
верхнем углу. Подождите, в каком получится? В правом. В правом, в верхнем углу. Мы вышли с вами к Мурвокзалу. Это уже 300-й раз был, я посчитала. Доставила я малыша дома, потому что с ним вообще невозможно ходить. Но он выгулялся уже, поэтому счастливый и довольный. Сидит дома. А мы с вами поедем забирать мясо, папа заказал. Сегодня ночью обратно не выспалась. Столько хохотала в комментариях, переписывали сегодня. Короче, расскажу вам историю. 10-го у нас с вами, кстати, разборочка возле дома, чтобы вы знали. Сейчас расскажу. Где-то здесь должен быть папа. А, вон, вижу, машина стоит. Кого она догадалась? Приветствую всех. Как поживаем? Ой. Это как поживаем тебя спрашиваю, что? Что? Что ой? Заползти надо как-то, не труся камеру. Вот. А там табуретка есть, если хочешь поставить. О, вот это хорошая идея. И что? Чего? Что за мясо ты заказал? А, каурну сделать для дома. Олежка постоянно на котлетах сидит. И так покушать. Ничего не ест, ну хоть это начали есть, ну то хорошо. 12 кило мяса взял и каурну делал. Сколько стоит килограмм? Нам дали за 22, а так 25. Нормально. Ну такое, да, хорошее мясо. Я повел у него там. А ты на рынок ездил? Не-не-не, в том районе магазин. А где вообще продаются, если что, люди, чтобы знали, где угол, хорошее мясо? Угол, как эта улица маленькая называется, Орджоникидзе и... Фу, забыл. Надо уточнить было. Ну прямо, знаешь где? Где Вайкики. Напротив. Напротив там? Да, там где магазин? Там на углу вот эта маленькая улочка, что есть. На углу перед Кутаиской туда вот как? Ну перед Кутаиской. Нет, Кутаиси это где сам. Параллельно. Орджоникидзе. Угол Орджоникидзе это улочка так называется. Ну напротив Вайкики прямо на углу мясной магазин. Там не только этот мясо, там сыры у них хорошие. Угу. Короче, да, печень, все, что касается мясного, абсолютно все. И качественно. Короче, у нас в комментариях, ребята, появилось чудище. Скорее всего, это женщина. Просто ну такую ахинею пишет. Ну такую ахинею. Ну, спасибо огромное за юмор. Ну, 10 апреля в 10 часов утра. Еще раз тебе повторяю, я тебе обещала. Я покажу, какая ты фраерша македонская. Недоделанная и недобитая. Вот 10 апреля я тебе это покажу и покажу это всем. Жду, не забудь прийти. Я тебе обещала, я выйду одна, никого не будет, одна, один на один. Посмотрим, как ты явишься. Столько чуши в своей жизни я еще не читала, вот правда. И, пожалуйста, замени свой ник, не позорь кутаиских пацанов и грузин вообще, не позорь. Замени на Кутулик там, Мевар Кутулик. А? Пучури, да, о! Точно. Напиши. Мы Пучурева. Это вот как раз для тебя. Все остальное тебе не подходит. А я тебя жду. 10-го, солнце мое. Готовься. На будущее. Предупреждаю. Прежде чем писать мне что-то, имейте задницу прийти. А если задницу не имеете прийти, то вообще даже не суйтесь на мой канал. Когда в Сванетию поедем? Ой, не знаю. А? Не знаю, посмотрим. Я еще немножко должна подкопить, и потом хочу обязательно съездить, показать людям. Надо, ну бедная, она бедненькая. Какая нафиг бедная, дождик? Что ты хочешь от нее? Спряталась. Смотрите, моя зрительница.
как меня видит, так прячется.